Итак, всем хай, с вами снова Ёжик. И сегодня у нас покатушки на BMW M3. Я не нашел BMW X5, я хотел снять видео на BMW X5. Я нашел BMW M3. Да. Это вообще такая классная машина. И вот я решил сделать на нее обзорчик. Ну что ж, погнали. Да, звук у нее нормально так звук, да? Он не рычит, да, он не рычит. Ну, давайте, BMW, она не должна орать. Это такой... Ну, звук такой, в принципе, нормальный. Хотел сделать обзор на разные там машины, но я не снимал обзоры, так как у них, знаете, орёт как звук, как мустанга. Мустанга, знаете, как машина? Рёв. Там не звук машины, а там двигатель реально ведёт вообще. Поэтому меня не слышно. Хоть там на минималке звук ставишь, вообще не слышно. Да, что за скорость? Скорость у меня здесь неприличная. Я, конечно, не знаю, сколько она стоит. Не помню. Да, не помню. Думаю, она стоит так мало, да? Миллионов сколько? Миллионов 10, да? Да, 10, наверное. Ну, может, чуть меньше, да? Ну, трек найду потом точнее. Точно цены. Если не забуду, то уточню видео. Ну, конечно, да, я скорость мне. Это не спорткар, да, это не спорткар. Скорость у меня неплохая здесь, конечно, но. Ну тут не спорт, скажем, скорость не такая, чтобы просто рвет. Ну такая скорость, ну, нормальная, да. Неплохая, да. Ну, не хорошие. Ну, средняя, да, средняя. Вот такая. Давайте в чем-нибудь врежемся. Вот, в него. На. Офигеть, передок. Раздолбило. А в ком врезались-то? Стекла валяются. О, мы въехали. Ого! Нормально. Так. Оранжевый, да? Оранжевый, нормально. Сколько мы радар? На 160 пролетели. Еу! А, как видите... У меня открылся босс. Да, у меня открылся босс. Еще одно место. Но я не знаю, снимать ли на него видео, потому что я не уверен, что я пройду с первого раза. Ну, хотя, я пытаюсь пройти, допустим, несколько раз. Там, ну, раз 10, там, пытаюсь, на 10 пройду, то я все промежуточные, я их обрежу. Да. Все. Так. Просто, блин, еще типа плохо. А вот. Ааа, блин! Я не могу снимать видео про мустанги. Так, ну там. Там Ford Mustang, допустим. Потому что машина сильно ревет, и меня не слышно. Ну как бы да. Ну, можно снимать, меня будет нормально слышно, но еще то, что у меня находится близко колонка. Находится колонки близко к этому. Микрофон, и поэтому слышно колонки. Слышно мой голос и плюс колонки. Поэтому... Ох, тут, мне кажется, тут Форд. Так, тут Форд. Что за Форд-то? Уже, да? Что за Форд? Я катался на 21 авто. 23.
тоже форт. А, нет, я просто видел, да? А, я катался я на... Сколько? Ну, сколько я 10 на них, наверное, покатался. Вообще, за всю историю игры на Surface Mustang, ну, как бы, 12 года, я покатался, ну, на машинах 100, наверное. А, потому что я прохожу эту игру не первый раз. Второй. Второй, да. Но все равно уже успею покататься. Как я говорил, то, что я как бы играл в эту игру уже давно. Потом решил такой с другом зайти в нее поиграть. И когда мы играли в нее, у нас перезагрузился компьютер. И потом, после этого случая, у меня полностью все удалилось. Все сохранения удалились. Кстати, я вот знаю, что если следующее видео сделать торчик. Вот сделать следующий торчик на эту машину. Вот это вот. Вот на эту машину. Блин, сейчас еще раз проехать надо. Бэха это вообще мой, да. Бэха это классная машина. Бэха, да. Мне нравятся Бэхи, да. Действительно. Хоть она спортивная, хоть она не такая гоночная, но я обожаю Бэхи, я фанат Бэхи. И Мерси, кстати, тоже на Мерседес Бенс. Ну, знаете, какой Мерседес, я смотрю прямо видео. Вот. Вот, следующее видео будет вот про эту машину. Закажите вот сейчас любой подумает, то, что это четырка. Это русская четырка, да? Действительно, ничем не отличить от четырки нашей. Да. Ну, вот такая вот машина. Ладно, давайте поговорим о Бэхе. Так, что сказать про нашу Бэху М3? Бэха М3 меня просто впечатлила. Она была просто классная. Очень классная. Мне понравилась. Она классно едет. У нее очень-очень хорошее управление. Но скорость, да, не очень. Внешне она красивая. Сейчас давайте мы обосмотрим ее, покружим. Итак, вот такой у нее передок. Ну, нормально, да, вот такой перед у нее. Вот, давайте поедем на ней так далее. Вперед. Да, перед у нее просто зачетный, да? Зачет за перед. Вот, ну, такие вот бока у них. С этой стороны также вот. Так. Ну, нормально, да. Вот. Перед вообще красивый, да. Не спорить не буду, потому что перед красивый. Написано BMW. Тут написано с задней части M3. Ну, красивый, да. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Ёжик. Всем пока.